Предимство здесь – это специальные проектированные в нашей компании алюминиевый корпус, который очень просто подсоединить к потолке, только надо поставить винтов. Большое предимство этого корпуса – это высокая защита от влаги. Влаги и порошок. Можно... Пыли. 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 Потому что диффузор здесь специальная конструкция, которая состоится с резиновый уплотнитель внизу диффузора и специальная конструкция вот этого прижимателя, который прижимает диффузор к резиновый уплотнитель внутри и получается очень хорошее уплотнение. Это даст нам возможность использовать, применять. Если мы говорим о больницах, это возможно через спрей убивать микробы. Делать дезинфекции, да, убивать микробы. Если вы применяете это в метростанции, вам возможно мыть. То есть удобно его мыть от пыли, от грязи. Директно с водой. Эти предимства этого светильника. Ну и освещение у него такое интересное, там такие как спиральки образуются. Жалко их снять невозможно, но вот интересно. Да, освещение. А тень дает он? Если мы говорим об этого светильника, тень не так важна. Потому что он ставится на большую высоту и все больше, чем 3 метра. И это тень... И позволяет осветить какую площадь при этом? Если вам нужно 300 люксов, пусть скажем 10-12 квадратных метров. И на квадратный метр будет 300 люксов? Будет 300 люксов, да. Понятно. Остановились?